Владельцы этого имени обращают внимание на свое здоровье, на чистоту дома и обладают потребностью все делать добросовестно. Умение доводить дело до нужного завершения – первый принцип этого человека. Звук «У» дает человеку активное воображение. Человек с буквой «У» в имени аккуратен и педантичен, расчетлив и бережлив. Высокая чувствительность приводит к сильным переживаниям по поводу неудач в карьере и личных отношениях. Этих личностей сложно обмануть, видимостью для них всегда важна реальность. Основная буква «А» в этом имени хорошо сочетается с другими звуками и не создает сложности в произношении. Поэтому у владельца не составит труда найти много друзей. Просто иногда им лень найти новых друзей, так как они уверены, что по первому щелчку могут собрать большую компанию. Иногда эти люди чувствуют двойственность своего мира, материального и духовного. Это имя привязано к земле. Отсюда трудолюбие и любовь к работе, требующие ручного труда. Звук «М» в имени воспринимается окружающими положительно. Буква «Г» дает носителю этого имени непредсказуемость и неожиданность. Буква «М» в имени дает большую внутреннюю силу. Владельцы такого имени застенчивы и с трудом сходятся с окружением. Владельцы этого имени всегда стремятся подняться на высший духовный уровень. Буквенное значение имени во главе с буквой «А» означает силу духа и стремление к успеху во всех сферах жизни. Люди с этим именем, несмотря на наличие гармонии, могут иметь и внутреннюю неуверенность в себе. Значение буквы «А» в этом имени символизирует обновление, ежедневное возрождение в самом широком смысле. Звук «Г» прямо направлен на экстрасенсорные способности. Очень часто человек с буквой «Р» в имени бывает резок и невоздержан в высказываниях. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.